Всем привет! С вами на связи канал Andreus Crypto News. И как всегда, у меня для вас есть очень важная новость. На этом канале выходит только то, что может сделать в вашей жизни нечто невероятное в будущем. И это на самом деле просто прекрасно. И я хочу вас попросить подписаться на мой канал с колокольчиком, ведь это крайне важно, чтобы канал рос в развитии. И у нас теперь следующая цель, так как мы уже достигнули отметки в 1000 подписчиков. У нас есть цель 10 тысяч. Десяточка. Я не знаю, когда мы к этому придем. В этом году. Либо в следующем. Но это обязательно будет. Никак иначе. Итак, продолжаем нашу тему. XRP, знаете ли, это просто невероятная криптовалюта. Монета, которая поразила буквально... большинство умов на нашей планете. Реально, действительно, действительно много людей, инвесторов, трейдеров доверяют этой монетке. Они зарабатывают на ней хорошие деньги. И верят в ее-то будущее. Но, однако, вы должны прекрасно понимать, что это начало огромной манипуляции XRP. Действительно, она была создана не просто так, непросто. Все это заранее спланированный именно ход, дамы и господа, потому что данная монетка XRP сделана для облегчения экономической ситуации, особенно в банковской сфере, вообще для того, чтобы переводы происходили с максимальной быстротой. Однако и множество других проектов, платформ будут в дальнейшем использовать технологию XRP, Ripple. И все достаточно просто и понятно, учитывая тот факт, что эта манипуляция делается для того, чтобы люди заинтересовывались ей. Чтобы люди действительно доверяли криптовалюте и понимали, что настанет тот момент, когда будет самый что ни на есть переломный момент, а когда XRP нащупает дно. То есть, и это имеется в виду того, что она уже достигнет этого пика, как было в апреле этого года, и сможет действительно остаться на этом уровне и продолжать идти вверх, потому что... Извиняюсь. Потому что... Это создает некий максимальный поток доверия у людей. Это активность, которая разрабатывается с каждым днем. XRP действительно монетка, которая просто развивается и делает это все для того, чтобы люди становились более успешными в будущем, потому что она действительно сможет их озолотить. Ведь XRP в будущем, в скором будущем, это будет самое что ни на есть цифровое золото, которое позволит многим изменить свою судьбу в лучшую сторону. XRP это сила, которая реально манипулирует умами людей. Вот даже на подсознательном и не на подсознательном уровне. Все люди это прекрасно понимают, но все равно идут вместе с ней. Они идут вместе с ней и развиваются вновь. Это будущее. Это великое развитие. Это начало цифровой эпохи 21 века 20-х годов. Пока.